Добрый день, уважаемые коллеги. Скажите, меня сейчас слышно? Пожалуйста, если кто сейчас уже на линии, можете поставить плюсики. Слышно, не слышно меня? Хорошо, плохо. Так, ну, надеюсь, меня слышно. Меня зовут Семен, я менеджер по развитию отеля Rose Springs. Мы с вами, в принципе, уже полноценно презентацию начнем буквально через пару минут. Пока мы ожидаем остальных наших коллег на собрании, я предлагаю вам посмотреть наш обзорный ролик про наш отель, где уже непосредственно показана вся инфраструктура отеля. Это как раз где-то 5 минут, и потом я уже расскажу более детально и буду готов ответить на все ваши вопросы. Коллеги, скажите, я надеюсь, видео всем видно, все получают видео. Thank you.
Всем, коллеги, еще раз добрый день, все, кто только что присоединился. Меня зовут Семен, я являюсь менеджером по развитию отеля «Роза Спрингс». Мы с вами построим нашу работу следующим образом. То есть я сейчас проведу общую презентацию по нашему отелю, расскажу о наших возможностях. Вы параллельно можете задавать ваши вопросы в чат. И после презентации, то есть я отложу немного времени для того, чтобы я мог на них ответить и рассказать вам более детально про наш объект. Мы являемся отелем 4 звезды, то есть официально мы являемся санаторием, санаторий «Роза Спрингс». Мы расположены, да, в Красной Поляне, в уникальном географическом расположении на курорте «Роза Хутор». Соответственно, курорт «Роза Хутор», надеюсь, вам всем хорошо знаком, наше расположение. Мы непосредственно располагаемся на горно-олимпийской деревне на высоте 1170 метров, то есть в непосредственной близости от склонов являемся отелем Ski In, Ski Out. Соответственно, мы представляем самый большой комплекс услуг в отеле, который, в принципе, есть на Красной Поляне. Да? То есть, так как мы являемся санаторием, на нашей территории, на нашей базе расположен, помимо номерного фонда в 202 номера, медицинский центр в 4 медблока, это, соответственно, спа-зона, бьюти-салон. Также у нас есть свой питьевой бувет и плюс, соответственно, анимационная команда, которая нам в этом всем помогает в развитии. То есть, да, вот, соответственно, некоторые элементы нашей инфраструктуры. По номерному фонду у нас расположено 202 номера в отеле. То есть сейчас
5 различных категорий. Это стандарт, комфорт, джуниор, люкс, сьют. У нас имеется в MICE возможность, это конференц-зал свой собственный, площадью 125 квадратных метров, вместимостью до 100 человек. Если это плотным театром мы берем, можем вмещать до 120 человек. Посадкой, то есть вот у нас на изображении изображен. Так как мы располагаемся довольно-таки в уникальной местности, на горно-олимпийской деревне, остается в преддверии зимнего сезона, это особенно важный момент. Я сейчас сделаю небольшое отступление на тему 205 номеров. Да, действительно, 205 номеров у нас было до этого лета. В лето мы сделали реконструкцию нашего номерного фонда и давали, и, соответственно, добавили количество люкса, сократив немного стандартов. Поэтому номерной фонд сейчас был изменен на 202. По, соответственно, расположению, да, так как я ранее уже говорил, что мы располагаемся непосредственно в близости около склонов, то есть у нас прямой доступ, мы являемся полноценным ски-аут отелем. Соответственно, гости, приехав к нам, они уже, им не надо там идти, ехать до склона, то есть они оделись, вышли и непосредственно попали на склон. Также могу добавить, что у нас располагается своя лыжная комната, у нас свои лыжные шкафчики. Из расчета на один номер идет один лыжный шкафчик, в котором вмещается два комплекта оборудования. То есть гостям не приходится брать свое оборудование, нести к себе в номер, то есть они могут оставить в лыжной комнате, соответственно, перед катанием непосредственно одеться в экипировку и сразу выйти на склон. То есть от лыжной комнаты до ближайшего подъемника шале у нас где-то в районе 10 метров пешим шагом. То есть, соответственно, гости как только вышли, и они сразу попали или непосредственно на подъемник. Здесь у нас также представлен наш бальнеологический центр. У нас имеется свой полноценный медицинский блок. Медицинский центр представлен 4 медблоками. Это общедиагностический, физиотерапевтический блок, ванное отделение не идет и физиотерапевтическое отделение. Наш минеральный питьевой бувет, то есть у нас у единственных горных кластеров, у которых есть питьевой бувет представленный, соответственно, у нас представлены два вида минеральной воды, это сочинская и пластунская, то есть они доставляются непосредственно с источника к нам напрямую, то есть вода постоянно поддерживается в свежем виде, да, то есть при использовании современных технологических средств мы имеем возможность предоставить нашим гостям минеральную воду из источника, который не теряет своих полезных свойств и качеств. То есть это довольно-таки уникальный момент. Бювет на Красной Поляне у нас у единственных имеется. Здесь представлен наш номерной фонд на презентации. То есть, как я уже говорил, да, то есть у нас 5 различных категорий. Это стандарт, комфорт, джуниор, люкс. И дополнительно имеется у нас категория сьют. То есть, да, это самая высокая категория, которая есть в нашем отеле. В единственном числе представлена. Номерной фонд у нас площадью от 25 квадратных метров до 111 квадратных метров непосредственно. Есть коннект номера, то есть, да, если приезжают гости с семьей, с детьми, соответственно, они могут взять коннект. Также они как стандарт со стандартом, есть джуниоры со стандартом, с различными категориями. Если это для больших семей, для удобства представлено. Непосредственно о нашем центре здоровья. То есть, да, у нас идет это основные наши профили, да, то есть если мы говорим о санаторно-курортном лечении, это органы дыхания, система кровообращения, опорно-двигательная система. Соответственно, так как мы расположены в горной местности и довольно-таки именно сам климат способствует уже этим направлениям, развитию. У нас наше дополнительное это ванное отделение, у нас имеется порядка 19 ванн, именно травяных, подводный душ-массаж с разными концентратами ванны, соответственно, гости уже могут им воспользоваться. Особенно активно ванны пользуются в зимний период, то есть для лыжников, которые провели непосредственно день на склоне, на сноуборде, на лыжах катаясь, то есть потом вечером сходить именно в ванну, то есть они имеют большой расслабляющий эффект, и вот это является большим преимуществом, да, то есть для восстановления, чтобы уже на следующий день, так сказать, с полными силами, да, то есть кататься. Да, все верно. Но ванное отделение у нас сейчас расширяется и к зимнему сезону, то есть там будет добавлено, то есть да, это 12 больших общих ванн имеется и непосредственно есть еще дополнительные локальные ванны, то есть для людей, которым противопоказано по здоровью полное погружение, и, да, то есть есть отдельные ванны для рук, отдельные для ног, соответственно по разным направлениям.
Имеется также центр грязи лечения на базе нашего медцентра. То есть мы используем грязь из озера Тамбукан местную. Соответственно, это хороший эффект для суставов, для прогревания. Также, что важно, так скажем, именно к зимнему сезону, это массажные кабинеты. То есть у нас располагаются массажные кабинеты в нескольких блоках. Это в нашем бьюти-салоне, косметическом направлении, и в нашем медицинском центре. А медицинский центр непосредственно, в чем важный момент, у нас работает медперсонал, соответственно, который уже делает профессиональный медицинский массаж. Если у людей какие-то проблемы, то есть они уже непосредственно могут обратиться к врачу, да, который им в этом поможет. А также могу подчеркнуть, в преддверии зимнего сезона это крайне востребованная услуга, да, то есть для лыжников и сноубордистов, которые провели день на склоне, соответственно, они могут уже прийти к нам в центр вечером и, так сказать, пройти такой вот реабилитационный курс. Переходя к нашей спа-зоне, то есть у нас имеется отдельным сектором наш спа-комплекс, в нем у нас располагается бассейн 15 на 5 размером 4 вида бань. Это хамам, финская сауна, лакониум и травяная баня. Также у нас имеется тренажерный зал, где у нас проводятся групповые занятия. То есть для наших гостей есть непосредственно часть занятий, которые проводятся бесплатно, то есть по расписанию. Соответственно, гости приходят, могут посещать данное занятие. То есть это зарядка, то есть в зале йога, тренировки. В летний период это проходила скандинавская ходьба. Соответственно, в зимний это будет более в закрытых помещениях проходить. То есть также гости могут посещать. То есть здесь у нас на фотографии представлен непосредственно наш банный комплекс, наша термальная зона и наш бассейн с нашим спортзалом. Здесь у нас уже представлен наш бьюти-салон, то есть это отдельное косметическое направление нашего отеля идет, где гости уже больше направлены именно к косметические процедуры. У нас располагается кабинет косметолога, есть уникальный аппарат Zerona, то есть это аппарат для коррекции фигуры через лазерное воздействие. То есть и уже идет полным комплексом. А особенно, так скажем, жемчужина нашего салона, да, это является наша спа-капсула и вот аппарат непосредственно Zerona, который у нас представлен на слайде. А наша анимационная программа, соответственно, работает с гостями круглый год. Единственное, что, соответственно, формат программ меняется. У нас, для детей у нас представлена, соответственно, детская комната, где взрослые могут оставлять своих деток, наши гости, от 4 лет и старше. То есть под присмотром наших аниматоров, которые уже непосредственно работают с детьми, занимаются. Особенно также подчеркну, что это актуально в зимний сезон, да, то есть когда там, родители пришли кататься на склон, то есть и как раз таки деток могут оставить с нашими аниматорами. А у нас в отеле представлено два ресторана. Это рестораны Дель Вейс, шведской линии, соответственно, где гости завтракают, также могут обедать и ужинать. То есть у нас по тарифам имеется три плана питания. Это есть тарифы на завтраке, полупансионе и полном пансионе непосредственно. То есть, соответственно, гости уже могут посещать как в рамках тарифа, так и отдельно приобретать пакет. Второй у нас ресторан, это ресторан а-ля карт, ресторан, который работает по меню непосредственно, то есть там уже более идет вечерний формат, вечерняя программа, где гости могут вечером спуститься и поужинать непосредственно в таком вот легком формате. То есть если возвращаться к нашим санаторно-курортным путевкам, то есть у нас идет лечебные программы, начинаются от 10 дней, и там уже в зависимости от выбранной программы, то есть есть различные направленности, то есть здесь уже в индивидуальном консультации. Также имеются краткосрочные оздоровительные программы нашей курсовки. Когда гость приезжает к нам, скажем, на уикенд на 2-3 дня, он может непосредственно просто пройти профилактику своего здоровья, немножко его, скажем так, облегчить. Курсовка, путевка. Соответственно, ну и также у нас специализированные программы в зависимости от сезона запускают. То есть у нас сейчас гармония сна действует, здоровое поколение. К зимнему сезону, то есть будут запущены дополнительные продукты,
Соответственно, мы уже всех наших партнеров извещаем через email рассылку и говорим про это. Это если, да, коллеги, вкратце, то есть так по презентации пройти. Так, по вашим вопросам, уважаемый гость. Угу. Так, коллеги, если сейчас возникают какие-то вопросы, то есть я уже, в принципе, готов на них отвечать в режиме онлайн, да, то есть можете писать. А, смотрю, вопрос был по розыгрышу. Да, у нас действительно в конце подразумевается розыгрыш, как и обычно мы непосредственно классически, скажем так, проводим. В преддверии зимнего сезона могу сейчас уже тоже сказать, что у нас разработана программа именно зимняя, непосредственно новогоднего банкета. Санаторно-курортная карта у нас идет от 14 дней, то есть когда вы приобретаете санаторно-курортную путевку, ну, то есть классический формат у нас идет от 14-21 день, а также есть более сокращенный от 10 дней, то есть, ну, рекомендовано, как правило, либо 2 недели, либо 3 недели. И, соответственно, при приобретении санаторно-курортной путевки непосредственно гостям уже необходимо быть санаторно-курортной картой. А также, если у гостей нет санаторно-курортной карты с собой, то есть они тоже могут непосредственно сделать у нас. Единственное, что это занимает, это больше по времени. Если 5 и 10 дней, 5 и 10 дней это уже идет не санаторно-курортная, это, как правило, идут краткосрочные оздоровительные программы, курсовки. Соответственно, на них уже не требуется санаторно-курортной карты. То есть здесь уже можно непосредственно как услуги приобретаются отдельно. Есть у нас детские программы, то есть у нас действует сейчас до конца, до начала зимнего сезона программа «Здоровое поколение». Это непосредственно, соответственно, идет оздоровление именно для деток. То есть там больше даже не оздоровление, там это профилактическая программа идет с формат, в таком вот формате именно профилактики, диагностики организма, да, то есть программа. А стоимость санаторной курортной карты, там она варьируется, то есть, ну, в среднем у нас это где-то в районе 3000 стоит. Соответственно, потому что там сдача анализов идет, и, соответственно, гость ее получает. Но единственное, то, также есть важный момент, что при санаторной курортной карте, когда у нас делается, это занимает 2-3 дня, потому что идет сдача анализов, то есть мы отправляем в лабораторию, и просто гость то время, которое мог потратить именно уже на лечебную программу, он ожидает карту. Да, это идет такая небольшая потеря времени. Возвращаясь к новогоднему банкету, то есть, да, у нас действительно уже сейчас разработалась программа новогоднего банкета, то есть у нас буквально вчера было анонсировано меню, и с понедельника у нас уже открываются продажи именно новогодних банкетов и новогодней программы. У нас Новый год будет проходить в ресторане Эдельвейс. Соответственно, по прошлому году, то есть у нас Новый год проводился в двух ресторанах, это Эдельвейс и Розмарин. То есть, соответственно, в этом году, скорее всего, будет аналогичная история, то есть это будет программа дублироваться сразу в двух ресторанах. Сама программа у нас называется «Время первых». Именно анонс составления программ мы уже будем в следующей неделе делать рассылку. Чек на Новый год, соответственно, стоимость программы взрослого человека – это 15 500 рублей именно за одного гостя, который проживает у нас в отеле. Также, соответственно, если гость проживает в соседнем отеле, он может тоже дополнительно приобрести нашу новогоднюю программу, но, вот, к сожалению, сейчас по цене не готов вам огласить, да, то есть приказ только сегодня будет подписан, по стоимости утвержден, и, соответственно, вот уже в следующей неделе мы приступаем к продажам. То есть у нас приглашены хедлайнеры. Ник Неман непосредственно как один из, соответственно, хедлайнеров идет на выступление новогодней ночи. Так, вот можно, пожалуйста, обязательно, вот вопрос обязательно, а что именно, если уточнить обязательно? Программа приза есть, то есть у нас отдельно продается номерной фонд и отдельно программа. То есть, соответственно, гость может приобрести непосредственно, то есть просто проживание у нас новогоднюю ночь и не приобретая тариф. То есть у нас тарифы не привязаны к новогодней программе. Также есть такой момент еще, то есть для некоторых гостей, то есть которые у нас приобретают высокие категории, люкс и сьют, да, то есть такая услуга именно организации банкета в номере. То есть когда новогоднее меню поднимается гостю,
непосредственно в номер, накрывается в красивой сервировке, что если гости хотят вот именно отметить таким более семейным узким кругом, не хотят участвовать в общем банкете. Это тоже возможно непосредственно. А также, коллеги, у нас с этого лета было нововведение введено. У нас запустилась новая служба к зимнему сезону, которая уже теперь будет работать круглогодично. Это служба Guest Relation. Важный момент хочу подчеркнуть. Мы единственный отель на курорте Роза Хутор, у которого есть данная служба. Это именно служба по обеспечению сервиса гостей. То есть, естественно, гости, которые получают непосредственно дополнительные какие-то запросы, то есть, да, скажем так, пожелания, данный у нас непосредственно человек, менеджер по работе с гостями, уже с ними приступил, так скажем, к работе, у нас выделена отдельная стойка. А учитывая, что да, то есть зимний сезон довольно-таки дорогой сезон, и гости более требовательные в этом формате, то здесь именно расширяется формат. А по агентскому вознаграждению, соответственно, здесь у нас идет, скажем, классический формат, это 10% именно по агентскому договору. В межсезонье и в летний период там есть именно повышение, то есть агентского вознаграждения на более высокие суммы. То есть, такие, скажем, а пиковые даты, если брать непосредственно, то там есть. А по новогодним датам, да, то есть у нас сейчас уже с нашими агентами, с кем мы сотрудничаем, то есть такие договоры уже заключены. Смотрите, так как мы являемся все-таки, да, то есть наша основная такая, скажем, концепция, это именно здоровое питание, санаторий, да, то есть, естественно, у нас больше именно ориентир на ЗОЖ. Безусловно, то есть, если есть вегетарианцы, это учитывается в меню, то есть, и, естественно, да, есть такой учет, сам состав меню был уже направлен именно, старались его вести больше к здоровому образу жизни, к ЗОЖ. То есть, безусловно, там не все прям, не все блюда по ЗОЖ, то есть все-таки сохранили такой баланс, старались, поэтому. Заключение договоров, соответственно, да, то есть, когда у вас идет уже заявка, соответственно, мы с вами заключаем договоры, и гости уже у вас приезжают, и дальше с вами работаем. То есть, соответственно, на следующие года мы просто пролонгируем данные агентские договора. Для детей у нас, да, представлено отдельное меню, соответственно, там идет по стоимости 8 тысяч, именно детский новогодний банкет. Дети у нас идут от 4 лет до 14 лет. То есть старше 14 лет, то уже идет как взрослый. Также, коллеги, да, то есть программа новогодняя у нас рассчитана, то есть у нас отдельно будет работать аниматоры, которые, если детки есть, да, с которыми смогут проработать, но в общем, в целом программа у нас разработана на семейный формат, то есть, да, так как все-таки большая часть наших гостей, нашей публики, это семейные люди, это которые приезжают на отдых с семьей, соответственно, и программа разрабатывалась из расчета того, что большая часть наших гостей приедет с детьми на отдых. Естественно, программа, то есть и наши аниматоры, которые будут в новогоднюю ночь работать, и после этого в том числе. Также смотрите, по Новому году, точнее вообще по зимнему сезону в целом, какие у нас нововведения? То есть у нас было изменение номерного фонда, да, то есть в сторону увеличения люксов. У нас поэтому произошло такое небольшое сокращение в 3 номера. И, соответственно, номерной фонд у нас сейчас уже будет с 1 декабря, это 202 номера идти. То есть было проведено сейчас ноябрьские обновления непосредственно некоторые. Также, как сам отель, мы являемся довольно-таки новым и свежим объектом. У нас представлено. Нам в январе, 3 января будет 3 года только исполняется, да, опять же, гости, которые приезжают к нам на новогодние праздники, ну, и остаются, так скажем, на длительное время, то есть 3 января у них тоже от отеля будут определенные сюрпризы ждать гостей, с которыми мы сейчас работаем и будем представлять нашим гостям. Это тоже, так скажем, как такой небольшая мелочь и подарок от нашего отеля будет для наших гостей. По сезону могу вам сказать, что по тарифной истории, да, то есть классически у нас январские праздники будут высокие, и непосредственно тариф, после 10 января,
до 1 февраля у нас идет небольшой спад, и в феврале у нас идет уже, соответственно, самый пиковый сезон, в котором... В прошлом году, ну, смотрите, январские праздники у нас была 100% загрузка, то есть постновогодние праздники у нас уже был спад непосредственно, и февраль у нас тоже была 100% загрузка. А что касается именно непосредственно санатория, то есть у нас есть разные направления, то есть гости у нас могут проживать именно как в гостинице, то есть у нас идет гостиница 4 звезды Royal Springs, и отдельно к нам идет медицинский центр. То есть, соответственно, когда мы в купе, мы можем представлять санаторно-курортный продукт. И также гости могут без санаторно-курортной путевки, то есть просто приехать на 1-2 ночи именно как в гостиницу и получить уже современный сервис уровня 4 звезд плюс, да, то есть в нашем отеле уже проживая, катаясь непосредственно, да, то есть если вот видите наш отель и чуть левее это вот склон, выгодная трасса шале, то есть который непосредственно приезжает к нам в отель. Соответственно, гости получают полноценный ски-ин-ски-аут именно в зимний сезон, что является огромным преимуществом, да, то есть такого близкого расположения к склонам, как у нас, здесь немного отелей обладают в рамках, в принципе, всей Красной Поляны. То есть на Rose Hutter там буквально два отеля, которые так близко расположены, один из них это мы. Ну и плюс также на территории нашего отеля располагается стойка инструкторов, то есть гости сразу могут приобрести инструктора, скипас у нас могут приобрести непосредственно и полностью оборудование в аренду, то есть у нас свой прокат. Также, коллеги, важное нововведение, в принципе, от курорта в целом, то есть, да, у нас на Горно-Олимпийской деревне, то есть если в прошлом году гости, приехавшие на машине, они заезжали бесплатно, то есть в этом году парковка вводится платная. То есть пока сейчас, соответственно, гости, которые приезжают на курорт, на Горно-Олимпийскую деревню, это идет пропускная система, то есть у них также сейчас есть КП, когда получают талон и заезжают на Горно-Олимпийскую деревню. Да, то есть, соответственно, что касается, да, то есть парковки для наших гостей, то есть сейчас вопрос мы проговариваем, как это будет организовано. То есть пока, к сожалению, не готов вам сказать по ценовой политике, как это будет по стоимости организовано, так как именно непосредственно сейчас она только взошла в тестовый режим, и нам еще самих нет этой информации, да, у отеля, поскольку данную информацию ожидаем от курорта, но могу вам сказать точно, то есть она в ближайшие дни уже появится, и мы, соответственно, будем информировать, да, то есть наших партнеров, вас непосредственно и всех наших гостей о том, как гости проживающие, то есть как мы будем. Это будет либо со скидкой, это либо будет бесплатно для наших гостей, то есть мы как отель на себя это возьмем. Пока сейчас, к сожалению, по цене не готов вам сказать. Просто сейчас именно есть данное нововведение, то есть мы уже убрали из всех информацию о том, что у нас бесплатная парковка. По курорту. По зимнему сезону, то есть... В принципе, у нас, да, по нововведениям я уже проговорил, что имеется. То есть, да, поэтому, если какие-то, возможно, дополнительные вопросы по нашему отелю, по формату сотрудничества, то есть можете задать их в чат. Что касается именно формата непосредственно прямого сотрудничества с нами. То есть вы можете направлять ваши заявки непосредственно мне, мои контакты должны быть указаны на стенде. А также вы можете отправлять на инфо на отель, то есть, да, либо book собака Rose Springs, либо инфо собака Rose Springs. И там уже, соответственно, это передается в отдел развития к нам, мы уже обрабатываем ваши заявки и предлагаем вам формат сотрудничества именно в рамках нашего договора на зимний, то есть зимний, летний, в принципе, на круглогодичный период, то есть по работе. Именно в саму программу лечения у нас входит, здесь в зависимости, опять же, от выбранной программы, то есть от выбранного направления, которое выбирает гость. Ну, если брать, там, скажем, классический вариант, то есть это, как, это идет, безусловно, консультация врача-терапевта, это первичный прием стандартно.
Дальше идет направление к узкому специалисту в зависимости от жалоб и пожеланий гостя, да, то есть с какой он системой работает. То есть у нас имеется порядка 10 узких специалистов, это врачи, такие как педиатр, гастроэнтеролог. Да, конечно, и я вам скажу больше того, на опыте, то есть зачастую, когда гость приезжает уже к нам, проходит первые консультации, да, то есть все-таки здоровье – это момент индивидуальный, они проходят коррекцию. То есть у нас есть шаблонные варианты, и непосредственно уже на месте мы корректируем программу под гостя, то есть под его индивидуальные особенности, пожелания. Ага, детокс-программы у нас имеются, да, то есть они успешно проработали в это лето. Также у нас непосредственно есть группы, которые приезжают именно специализированно на детокс-программу, то есть с лечением, с консультацией врача, то есть для них организуется специализированное питание и непосредственно процедуры. Это тоже все возможно организовать. То есть это уже у нас направление идет в косметологии, как правило, то есть совместно с нашим медцентром. То есть они совмещают, то есть, да, то, что какие-то есть процедуры, которые у нас проводятся в медицинском центре, да, то есть это непосредственно аппарат Зерон, если мы берем лазерную терапию. Лазерная коррекция фигуры, то есть, да, если грубую аналогию проводить, то есть это безоперационная липосакция, то есть при воздействии зеленого холодного луча на жировую клетку. То есть, да, и по методам прессотерапии впоследствии идет вывод из организма. То есть у нас по детокс-программам также могу добавить, что проводились и сейчас, да, до сих пор заезжают именно организационными группами, то есть когда уже гости у нас проживают, проходят сами вот эти программы на базе нашего отеля, то есть в таком длительном периоде. Коллеги, смотрите, если вкратце, да, то есть информацию о нашем отеле, или, в принципе, я проговорил. У нас также подробно вы можете увидеть на нашем стенде наш видеоролик презентационный. Также имеется у нас презентация нашего отеля. Если у вас сейчас вопросов нет, я тогда предлагаю посмотреть наш, такой, скажем, зимний демонстрационный краткий ролик, и тогда перейдем с вами постепенно к розыгрышу. Это уже непосредственно к этой зиме наш такой краткий промо-ролик. Ну, коллеги, теперь перейдем, скажем, к классической приятной вещи. То есть у нас классически на ProfiTravel всегда разыгрываем уикенд в нашем отеле непосредственно на проживание. Соответственно, формат розыгрыша довольно-таки простой. У нас есть 5 вопросов. Первый человек, который отвечает правильно на вопрос, то есть мы его, скажем так, отмечаем, и потом вот из 5 людей, которые правильно ответили, или на 5 разных вопросов, методом, так скажем, случайной генерации чисел выбираем победителя. Начнем тогда. Так, что является жемчужиной нашего бьюти-салона? Капсула. Вот. Капсула – это правильный. Михаил Зубков у нас ответил. Сейчас я помечу сразу. Сколько медицинских блоков у нас представлено? 4. Так. Вот. Наталья Беляева была у нас первая. А, прошу. Да. Так, сейчас, секундочку. Так. Ну, здесь вопрос будет посложнее, о нем я в презентации сегодня не упоминал. Какие 2 символа представляют непосредственно наш отель? То есть у нас есть 2 наших символа в нашем отеле. Уточню немножко. Это именно, скажем, то есть они представлены, то есть они у нас
Вот, олень – это правильный момент. Первый есть олень. Кто у нас ответил? Ирина Олухова. Ну и кто второй нас назовет? Коллеги, капля это является нашим непосредственно логотипом. Да, она безусловно нас представляет, но у нас имеется два символа. Это олень и, соответственно, наш сноубордист Йети. То есть у нас есть олень и Йети. Два наших, так скажем, зимних представителя. Или они непосредственно зимний сезон. Сколько категорий номеров у нас в отеле представлено? Пять. Отлично. Михаил у нас два раза ответил правильно. Какое у нас приблизительное расстояние до ближайшего подъемника? 10 метров. Анастасия Сапронова. Коллеги, на этом вопросы, в принципе, у нас закончилось. У нас было вот как раз 5 вопросов. Очень приятно, что вы внимательно слушали. Кто-то даже вне рамках нашей, так скажем, презентации отвечал, знал. Так. Сейчас, секундочку, я открою программу для генерации чисел. И у нас выигрывает число номер 5. Так, это у нас была Анастасия Сопранова. Что, Анастасия? Анастасия, ждем вас в нашем отеле непосредственно, поэтому я как только получу от компании Profit Travel, соответственно, ваши контакты, смогу вам переслать ваучер, либо вы можете уже мне напрямую написать ваши контакты мне на email адрес, и уже буду готов вам рад представить ваш приз. Поэтому поздравляем. Запись, насколько я знаю, да, то есть Profit Travel обычно коллеги выставляют, поэтому она имеется в нашем кабинете и поэтому будет. Также, коллеги, если какие-то дополнительные вопросы, я, в принципе, в индивидуальном порядке всегда готов вам рад ответить, то есть вы можете мне писать как на email адрес, либо уже звонить непосредственно напрямую в наш отдел. Там у нас в отделе отвечает, которая либо я буду, либо моя коллега Татьяна, которая тоже полностью компетентна по формату взаимодействия с нашими партнерами, по рассказу, то есть, и она уже сможет вам помочь, рассказать, ответить на все вопросы. Поэтому абсолютно будем рады с вами личному общению, да, то есть, скажем так, уже диалоговом формате. Так что пишите, звоните. Возможно, сейчас, если у кого-то какие-то вопросы есть, то есть у нас еще, в принципе, остается 20 минут времени, поэтому рад с вами в формате диалога на что-то буду ответить. Хорошо. Вам, коллеги, тоже спасибо за вопросы. Коллеги, тогда я с вами прощаюсь на сегодня, да? Соответственно, все материалы. Смотрите, Анастасия, у нас представляется стандартный уикенд, то есть это на 2 ночи. Поэтому, но, соответственно, все данные по сертификату я вам смогу выслать уже в индивидуальном порядке. Поэтому здесь либо я сейчас жду контактов от моих коллег из Profit Travel, либо, соответственно, вы можете мне напрямую уже обратиться и прям буквально в сегодняшнем дне сможем с вами это провести. Поэтому, коллеги, спасибо, что посетили на, скажем, нашу презентацию. Спасибо за ваши вопросы. И как я уже сказал, да, то есть раз с вами буду пообщаться в личном формате, поэтому если какие-то возникают вопросы или возникнут впоследствии, то есть звоните, пишите, будем рады на них оперативно ответить. Презентация и наши видеоролики будут доступны на нашем стенде по записи, ну, надеюсь, что тоже она будет доступна для вас, где вы уже сможете повторно посмотреть. Все, спасибо вам за внимание, всего доброго, до свидания.